Всем приветики! Добро пожаловать в новый влог. Я уже на улице, с утра пораньше. С утра был такой прям вообще туман-туман, но сейчас уже солнышко вышло, так хорошо. Но, правда, руки мерзнут, на улице было плюс 6. Сейчас, может, уже чуть-чуть побольше, но все равно холодно. А я поехала по делам, но я уже сходила, отнесла. Там мне нужно было справку отнести Каринину о том, что она учится, чтобы получать детские деньги. Здесь, в Германии, если ребенок, пока ребенок учится, то он может, имеет право получать детские деньги, по-моему, до 26 или 24 лет, я не помню точно. Носила ее справку, что-то там сайт у них не работал, мы пытались загрузить, но какой-то, видно, нам неправильный пароль дали, типа ошибка. Ну, я съездила, что мне тут ехать, это 30 минут туда-обратно. Но... Смотрю, тут парк такой, думаю прогуляться чуть-чуть в парке, погода хорошая, но смерзнет. Честь себе, я даже с ней утеплилась, прям теплую кофту одела. Но все равно хорошо, солнышко вообще обещает завтра-послезавтра 18 градусов. Бабье лето, что ли? Я с бабьим летом. Прогуляюсь чуть-чуть и на обратном пути заеду еще в магазин, мне нужно хлебушка купить. Ну так, колбаску, что-то такое совсем чуть-чуть. Такие вот дела. На улице прям пахнет осенью. Листики, правда, рановато. Обычно в сентябре мы еще все в футболках и шортах ходим, а тут уже вот листья, и все поодевались тепленько. И, кстати, площадка такая немаленькая. Совсем неплохая площадка. Там мама с колясочкой гуляет. Скоро я буду тоже гулять с колясочкой по паркам. Уже дома, и тут прячу пятно. Попила чай, попила с вареньем, и оно у меня капнуло сюда. Не знаю, затерла салфеткой. Только чистую кофту одела, уже испачкала. Это имбирное варенье у меня с лимончиком. Теперь все время все капает на живот. Когда я с Евой ходила, если шла гулять и кушала мороженое, то у меня обязательно мороженое капало сюда на животик. Живот, кстати, опять подрос. Я не знаю, с чем это связано, но он растет прям вообще. С каждым днем все больше и больше. Ой, немножечко устала я. Все-таки прогулялась там в парке, и пока там пока в магазин, потом пока домой. Сегодня уже все, оделась черные эти чулочки компрессионные. Уже с закрытым носом. Холодно на улице. Но уже солнышко так, в принципе, так-то нормально. Но ветер все равно такой прохладный, но осенний. Я не помню, но, по-моему, я не рассказывала. Я записалась в этот в клинику. Ну, в роддом, где я буду рожать. Да, это, ну, как, не знаю, как это. Гинекологическое отделение в клинике. Кранкенхаус. В общем, больница, и там при ней есть родильное отделение. Конечно, записывалась, я не знаю, там сколько раз звонила, позвоню, они меня типа этот... Сначала не берут трубку, потом взяли трубку, перенаправили куда-то там. Там девушка сказала, нет, не туда, дала мне другой номер телефона. В итоге позвонила по... В общем, с третьего раза я наконец-то дозвонилась туда и записалась на завтра на 1:15, по-моему. И мне нужно прийти пораньше и сделать там тест у них. На территории есть тест-центр. Я должна сделать тест на корону. Заплатить сколько-то там денег. Не знаю, сколько. Потом скажу. Вот. И потом к ним пойду знакомиться. На сайте у них я распечатала там 4 листа. Ну, 2 анкеты нужно было заполнить. Одна анкета была такая странная, типа про послеродовую депрессию. Нужно было ответить на сколько-то вопросов, посчитать потом в конце количество баллов. И там на другой, на обратной стороне написано, ну, склонны ли вы к депрессии. В общем, 4 варианта ответа. И 4-й вариант, что типа вы склонны, вам нужно обратиться к психиатру. И внизу предоставлены клиники психиатрические, куда я могу обратиться, да. И или написать моего психиатра, ну, у кого я наблюдаюсь. В общем, такой тест. Но у меня все хорошо, у меня меньше всего количества, даже 10 баллов не набрала, что типа у меня нет, ну, самая маленькая вероятность к послеродовой депрессии. И другая там анкета, нужно было заполнить там свои данные про мужа, про свои предыдущие роды, потом про свои заболевания какие там, если вдруг у меня есть, да. И в самом конце тоже было написано, типа, курю ли я, если я курю, сколько я выкурю в день сигарет,
пью ли я, если я пью, сколько я, например, пива выпиваю в день или сколько бокалов вина я выпиваю в день. И если я принимаю какие-то наркотические средства, я должна написать дозу, какие я там принимаю. Вот такая анкета интересная. Но завтра пойду, если получится, то сниму. Но роддом-то сам, не роддом, как я не знаю, клинику. Клинику саму сниму, а там уже внутри посмотрим. Я не знаю, что сегодня за день, что со мной такое происходит. В общем, я ничего не готовила. Максимум, что я сделала, постирала постельное белье, больше ничего. И лежала на диване. Сейчас думаю, надо поужинать. Покажу, что у меня на ужин. На ужин у нас ничего особенного. Все, что было в холодильнике, то себе положила. В общем, что у нас здесь? Половинка авокадо. Сделала скрамбл из одного яйца. Два последних наггетса из индейки. Кукурузка и половинка свеклы. Ничего, никакого масла, ничего не будет. Просто поперчила, посолила и сухим чесночком прибавила. Приправила. В общем, такой у меня ужин. Дали нам в школе такую бумажку. Тут ничего не видно, конечно. В общем, анкету заполнить, и будет Ева у нас ходить уже в этот форкурс, дополнительный курс, да, дочь немецкого языка. По немецкому языку в школу, как это, форшули кинд, она этот, дошкаленок, да, дошкаленок. Будет, в общем, она ходить в школу раз в неделю. С 9 до 12 у них будет обучение. Тут список, что нужно купить. Ну, тут нужно купить такое, там, резинку, карандаши, там, что-то такое, т.д. И вот следующий вторник я должна пойти, буду с ней на первое занятие, ну, познакомиться с учителем. А потом она будет уже ходить сама. И она такая довольна, говорит мне, говорит, мама, я там буду играть в школе. Я говорю, нет, ты будешь там учиться. Он такой, о, как это учиться? Я говорю, а что учиться? Ну, там такое, конечно, будет у них в форме игр, конечно, задание. Ну, хоть что-то будут делать. В общем, детки наши уже растут. В следующем году Ева уже пойдет в первый класс. Здесь школа 6 лет, к сожалению. Ну, что поделать? Дети взрослеют и растут. Дед Мороз пришел, мне посылку принес. Муж принес посылочку с сайта Best Secret. Секретный сайт. Там были опять хорошие ссылки. Ой, ссылки, скидки. В общем, голова вообще не варится, спать хочу, не могу. Так, тут что-то там предлагает нам. Я вот, кстати, даже я не помню, что мы заказывали для малыша. Для Евы и для Евы. Ну, еще одна посылочка для Евы должна прийти. Так, для малыша. А, для малыша. Что там было для малыша? А, для малыша бодики. Спирит. Скажу, сколько стоит. Там что-то какая-то цена была хорошая очень. А, да, за 3 бодика 12 евро. Была скидка 60%. Ничего себе. Они стоили 30 евро, и купили мы их за 12. Брала я в 68 размере, потому что, ну, уже как бы на вырос, да, в 62 у меня есть, и я не знаю, как, ну, у каждой фирмы разный размер, кого-то мало мерит, у кого-то больше мерит, в общем, непонятно. В общем, такой, голубенький, хайки, белый со звездочками. Ну, и Спирит хорошая контора вообще, от 3 до 6 месяцев. И еще что-то для малыша было. По-моему, слипики. Как там их еще называют? Человечки. А слипики name it. Да, у нас из такой из этой серии есть этот. Ну, что-то там есть из одежды, из этой цветной. Слипики тоже стоили дешево. 9 евро, 2 штуки. Вообще 76% скидка. 38 стоили, а купили за 9. Вообще классно. Вот такое тоже, по-моему, 68 размер. А, нет, 62. От 2 до 4. Такой динозавр едет в тракторе. И желтенький, тоже с динозавриком. Не, ну классные. Странно, что здесь главная одежда у них, да, даже 56 размера. Ну, вообще, ну, до 62, да, а 56 тоже все швы внутрь. В России, так я помню, что все швы были наружу для малышей, а здесь главное все внутрь. Ну, уже как есть. Так, а здесь у нас для Евы. Надеюсь, что подойдет. Потому что у Евы такой размер.
непонятный. И она у нас такая стройная женщина. Это у нас толстовочка. Марко Поло, по-моему. Тоже на акции была, да? Сейчас скажу, сколько стоит. Там скидки вообще хорошие выходят. Очень хорошие, да. Купили за 14 евро, стоило 50. За 50 бы я никогда в жизни бы не купила. А за 14, да. Вот такая толстовочка. Ну, как свитер, платье, толстовка, как они называются-то, я забыла. Худи, вот, худи. Очень удобно мне в садик, кстати, ей одевать худи. Но это какой-то размер большой, кажется. Возможно, она и будет большая. Хотя 116, 122. Ну, померим, посмотрим. Ну, качество классное. И еще одно худи. Все большие будут. Ну, ничего, на вырос. Она сейчас у нас будет опять скачок роста скоро. Это тоже худи. Но это 122. Блин, вот непонятно. Это Name It. Тоже такая большая. Посмотрим. Ну, рукава как будто бы нормально будут. А это стоило тоже 12 евро. 50% скидки. Тоже хорошо. Качество хорошее. Это тепленькое. Мне нравится. У нее есть такие парочку худи. Но и одеваешь леггинсы, худи и все, и пошла. Или джеггинсы и худи, и пошла. И такой цвет для детского сада вообще идеальный. Потому что они там валяются на полу. Полы там очень грязные. Не знаю, с чем это связано. Ну, как потому что они вот играют в этой зоне, да. И там вот мы приходим в обуви, и пол грязный. И они в этом же полу валяются. Как бы не в игровой, а вот тут вот в холле, да. Поэтому светлую одежду особо я не покупаю для ее в детский сад. Туда вообще нужно во всем черном. В общем, такие были покупки. Всем приветики. У нас уже следующий день, и я пошла в клинику. Пошла знакомиться с роддомом, где я планирую рожать своего малыша. Попробую там что-нибудь снять, конечно, а так потом расскажу, что там, да и как там. Мне нужно сначала тест сделать. Я вышла пораньше, мне идти, ну, примерно 10 минут до клиники. В принципе, я могу и пешком потом, когда рожать пойду, дойти. Тест сдала бесплатно, кстати. Не знаю, для всех, не для всех. Но не видела никого, кто платил бы деньги. Теперь нужно мне 15 минут подождать. Сейчас придет мне ответ на электронную почту. И потом я уже пойду дальше в клинику. Кажется, заблудиться можно. Хотя я прогуливаюсь тут в лабиринтах. Нужно масочку обязательно. Надеюсь, мне сюда потом. Сейчас посижу тут на этом. Вот эта клиника. Сейчас посижу на стульчике, ой, на скамеечке. Птички поют. Сижу на этом. На скамеечке. Вот столы, скамейки около клиники. Солнышко. У нас сегодня хорошо. Кстати, тепло. Плюс 22 обещают. В клинике. Какими-то лабиринтами шла-шла. Но сейчас в комнате ожидания. Не знаю, должны меня пригласить или мне нужно пойти сообщить о том, что я пришла. Тут никого нет. В общем, не знаю. Говорю тихо. Все написано тихо. Какая тишина везде. В общем, мне повезло. У меня будет с русскоговорящей термин встреча. Шок. Так, ну что, я дома. Была я там очень долго, потому что там нас было очень много. Всякие форс-мажоры. Но у меня была эта русскоговорящая хибама, я не знаю, как акушерка, да? Акушерка. Такая хорошая женщина. Как раз мне о ней и говорили мои соседки, Наташа. И она такая, ой, извините, извините, типа, я говорю, да ничего страшного, говорю, я привыкла ждать, ничего страшного. Ну, там одна девушка очень долго задерживала ее, много вопросов. Вот, ну, и ничего, подождала, ничего с мной не случилось, в принципе. Я там подремала, пока я там сидела, ждала, пришла одна девушка рожать, у меня сразу такое мандраже. Заполнила там кучу бумаг. И как бы я смотрю, что потом после меня еще пришло там 4 девчонки, ну, тоже этот, регистрироваться, да, знакомство с роддомом. Но там как бы ничего не показывают, там просто заполняешь бумаги всякие различные на этот, что на согласие на прививки ребенка, на согласие скрининга, ну, после рождения.
Это когда кровь с пяточки берут, да, на различные эти, ну, на хромосомы, да, на заболевания. И что она говорит, пойдете к анестезиологу. Я говорю, зачем она? Ну что, типа, этот, нужна вам, не нужна этот, эпидуралка. Ну еще, я говорю, да я как бы планирую без нее. Она говорит, ну я вам дам, говорит, бумаги на всякий случай, дома заполните, потом, когда рожать придете, возьмете с собой. А, ну, не ходите, говорит, что вы, говорит, у вас уже третий роды, вы уже должны все знать, в принципе. Я говорю, ну как бы да, все знаю. Но все равно, конечно, мандражи присутствуют, да, перед каждым родами. Ты все равно вспоминаешь сразу эту боль, эту, которая ни с чем не сравнится, да, ну а что делать? Рожать-то все равно надо, никуда не денешься, в принципе. Я говорю, ну да, конечно, что мне? И что мне там этот анестезиолог скажет хорошего? Я и так все знаю. Я не делала никогда эпидуралку, но я как бы все про нее знаю. Ну и все позаполняла. Она мне там дала кучу таких брошюр, буду читать, изучать. Здесь также написано, что нужно с собой взять в роддом, что для ребенка купить, там, 3 рубля, в общем, вся различная информация. А, ну еще она мне сказала, что если я до 36, что, типа, мне рано дали термин, на самом деле, знакомство с роддомом, потому что у них, как бы, ну, от 35 недели, наверное, нужно, от 36, а у меня сейчас 34 плюс 1, по-моему, так она сказала. Сейчас я посмотрю свои карточки. Да, у меня сейчас 34 плюс 1. И она сказала, что если вдруг до 36 недели я вдруг вздумаю рожать, то у них экстренные роды они не принимают, только обычные. Потому что там маленькая клиника, да, здесь у нас есть большая, которую не рекомендуют никто. Там все на потоке, там всех быстренько режут. Сами знаете, что режут, да. И, ну, что быстрее все рожали, то мне придется там. Она говорит, ну, у вас все будет хорошо, такая женщина хорошая. Все у вас будет хорошо, придете вы вовремя, родите сами, быстренько, все легко и просто будет. Все будет замечательно. Настрой, главное настрой. Такая вообще замечательная, прям вообще, ну, приятная. Не знаю, как женщина, девушка, очень приятная. Ева! Бежит такая домой. Папа забрал дочку. А я тут это готовлю, в общем, я молодец. Все-таки решила вафли я напечь для детей, для мужа. Съела одну вафлю и объелась. Мне достаточно, в принципе, одной. Делаю на этом, на йогурте, чтобы там йогурт у меня не испортился. Лежит там йогурт, я его не хочу кушать. Думаю, сделаю на йогурте. Такие вкусненькие, пышненькие получились. Две букеты для меня? Ой, спасибо большое. Сама сорвала? Да. Наша вечерняя атмосфера. Ну, ты будешь ходить? Да. 8, 6. Играем в карты с Евой. Всем доброе утро. Покажу, что кушаю. Сегодня у меня на завтрак скрамбл. Что-то мне, не знаю, захотелось. Мне, в общем, яиц. Правда, я хочу яиц вот эти, которые, знаете, желтый такой желток, но его нельзя, поэтому... Я в очень редких случаях кушаю, поэтому так сделала. Тут у меня красный лучок, луковица последняя была зажарила. Половинка помидорки. А, сыр еще добавила, потерла. И 2 яйца. 2 кусочка хлеба с маслом. Кофеек, водичка, витаминки. И мои орешки подсушиваются. Я уже вкусно позавтракала. Здесь, кстати, цветы, которые Ева мне вчера подарила. Не поставила их вот так, поставила. Будет гербарий пока что. Но мне было мало, я решила еще на десерт съесть вафлю вчерашнюю. Помазала творогом, черничка, голубичка, не знаю, что это. И грецкие орешки немножечко. А эти орехи я потом съем. Нужно заморозить лед для умывания. А то он у меня закончился вчера, и я забыла. Я так, без ромашечки. Просто. Сейчас морозилочку поставлю, и завтра уже можно будет умываться. Я уже в машине, у меня окна запотели, замерзли вернее. Поехала я в магазин. Сначала думала, поеду в этот, в Лидл. Ай, что-то не поеду я в Лидл, поеду я в Алди, потому что мне потом еще идти в Алди за пополнением. Думаю, сразу, что я буду тысячу этих магазинов разъезжать. Так, покушала хорошо. Так плохо сплю я теперь в последнее время. Прям вообще не знаю, куда деть свой живот. Прям мне очень тяжело спать. Тяжело переворачиваться. Отлежу одну сторону. Ну, сплю на одной стороне какой-то там.
И мне прям до такой степени это... Отляживаю ее как-то. Отляживаю. Что этот... Затекает все. И я потом это... Начинаю переворачиваться и... Ой, солнышко в глаза. Начинаю переворачиваться, и мне это... Больно. Приходится сесть сначала, потом перевернуться, потом лечь. В общем, целый процесс. Высыпаюсь. Сейчас куплю, все оставлю в машине. Потом не знаю, кто мне занесет, Карина или муж. Вообще ничего не вижу. У меня солнышко, светофор. В общем, трындец. Она закупку сделать в выходные же уже. Завтра суббота, сегодня пятница. И поэтому завтра с Евой пойдем в Мюллер. Там нужно к школе ей купить. К подготовительной школе. Сделала я закупку. Аж на 112 евро. Всего две сумочки. Неполных. Цены, конечно, да. Маленький творог стоит уже 1 евро. Хотя стоил он 50 центов когда-то. Вот, цены кусаются. На этом взяла себе еще пижаму. Дом покажу за 10 евро. И пополнение на 25 евро. Поэтому сколько получается-то лишних? 35, да? Все равно дорого. Очень дорого. Цены, конечно, взлетели прям вообще астрономически. На улице у нас-то хорошо. Солнышко, комфортненько. Но я буду сидеть дома. За Евой потом только схожу. Но я с ней в садик сама тоже отводила, потому что у нее сегодня физкультура. Не физкультура, а гимнастик. В общем, какие-то там упражнения не делают по пятницам. Поэтому нужно ее к 8 утра отводить. Без опозданий. Вот. Ну и вечером, соответственно, в 3 часа сегодня. Вечером, днем. Садик по пятницам до 3. Заберу тоже ее сама. Потому что муж не успеет. Вот, будет работать много. Работать ему нужно теперь много. Семья большая, цены огромные, растут. Так что вот, ладно, поехала домой. До Карины как-то дозвониться. Может быть, она мне потом занесет сумки, потому что я их вообще не подниму, там все тяжелое. Примерила я пижаму за 10 евро. Кстати, состав хороший, там 90% чего? Хлопка. И 10% полиэстер. Она такая тянется, приятная к телу. Но рукавчики что-то какие-то коротковатые. Я даже когда смотрела, что рукава, в общем, короткие. Ну ладно, в принципе, пофиг, можно, однако, их так закатать. И ничего. А так по плечам все хорошо. Штанишки тоже хорошо. Правда, пока они у меня там, под животом. Ну, можно даже на живот, в принципе, натянуть. Но это я не спать. Может быть, зимой я буду в ней спать. А так пока ходить по дому. И, скорее всего, я возьму ее в роддом. Потому что темненькая. И на пуговках очень удобно. Если вдруг, не дай бог, что-то там испачкается в крови, допустим. То не так жалко будет, как ту светлую, которую я купила. А так нормально. За 10 евро вообще идеально. Такие штанишки не сильно широкие. Но прикольные. У нас тем более сейчас гости скоро приедут. И как бы мне дома ходить, вот как я обычно хожу дома, то это будет не очень красиво. А так в пижаме нормально. Живот мой. Огроменный мой живот, который не дает мне спать. Вот так вот прямо от ребра. Главное, здесь ребра, и здесь так убаться надулся. Но я, конечно, прибавила, потому что я сейчас кушаю сладости. Ну как, я, конечно, не таких прям огромных, но могу 1-2 раза в день чай попить с печеньками. Конфет-то дома нет, но печенье я покупаю. Ну, я решила, что последний месяц можно чуть-чуть, ну не прям сильно, конечно, налегать на сладкое, но чуть-чуть можно и покушать, потому что мне хочется. И потому что потом я буду придерживаться диеты кормящей мамы. Хотя говорят, что не нужно, но я знаю, что нужно. Я сужу по себе, по своему опыту. Когда я с Кариной, у меня не было никакой диеты, и она у меня ревела, у нее были колики до 3 месяцев, и я не спала. А когда с Евой, со второй дочкой, я придерживалась как диеты кормящей мамы, и у нас было все идеально. Я набрала 100% хлопок, что может не радовать. Ну классно, вообще приятно на ощупь.
Такой рисунок мне Ева сегодня принесла из садика. Это у осеннее дерево. Вообще-то классно. Такая молодец, уже так рисует. Ну, единорожка, конечно же, у нас. Какао на овсяном молоке. Вкусно? Да. Такой ложик у меня получился. Буду заканчивать его. Я уже почти его смонтировала. Завтра будем начинать новый. Спасибо, что посмотрели его до конца. Как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Чао.